Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня мы посвящаем наше видео вопросу, как бороться с цветением воды. Очень часто вы нам задаете такой вопрос, как избавиться от цветения воды в бассейне. Ну что ж, давайте мы сегодня с вами это увидим и продемонстрируем вам, как мы сами у себя на даче справляемся с этой оказией. Итак, будем использовать хлорные таблетки с концентрацией активного хлора 1500 мг на таблетку. В этом бассейне 11 кубов воды. Соответственно, нам понадобится, исходя из норм СанПина, 15 таблеток. Будем вносить. Таблетки обязательно должны браться в резиновых перчатках. Ну, перчатка порвалась, но ничего уже не сделаешь. Другую одевать не буду. Буду использовать эту рваную и некрасивую перчатку. Главное, нам подобрать надо один из таблеток. И разбросаем их по кругу. Через день будем смотреть результат.